Вот решил просто пройтись по карте. Делать нечего. Ну, транспортировался сюда. Край Гловинг-Си. И пойду вдоль этой бывшей дороги. Просто потому, что тут на карте пустовато. И не отметить ли мне несколько... объектов новых. Давно не ходил без цели. Радиация, конечно, но зато красиво. Вот впереди намечается какой-то, да, еще заводик какой-то неоткрытый мной. Пойду туда. Еще одно место вам на горизонте виднеется. Сначала к заводику. Что это такое растет? Ничего. Так, это что такое? Или это не заводик? Вот подошли куда-то. Что здесь? Electrical Hobby Club. О, радиация. Так, я засейвлюсь и посмотрю, что там внутри. Как попасть-то вовнутрь? А, вот. А ты уже здесь. Ну-ка, дай-ка я пройду. Что тут у нас? Нет какого-нибудь журнальчика. Семь, радиация. Кстати, радиация. Ничего себе. Да и ничего интересного, самое интересное. Помимо радиации. Ну, радиация и все. Так, а это что? Это выход, наверное, просто... просто на улицу. Yes. Да, просто выход. И все равно тут радиация. Хм. А это ж... да что тут такое рвануло? А, это ловушка была. Вон тут все горит. Ну-ка. Мне не нужен живой ассалтран, если он действительно живой. О, убил. Так, что тут у нас еще есть? Граната. Вот какая цель этого? Так, это я опять на какую-то ловушку наступил. Возможно, как раз ассалтрон бы ожил, если я его сейчас не добил. Так, так, всякие детальки пойдет, джанк хороший. О, тут тоже все заминировано. Это что? Все заминировано, а ради чего?
столько предосторожности? Ради чего все это? Так, ну-ка. О, тут сколько у нас это? Ага, разные. Так, а что здесь в терминале? Ну, это мне уже не нужно. Так. I have seen pictures of that. Coral, it's me. I know you're in there, so just open up. The boys saw you up here yesterday. Look, they ain't gonna wait, and I ain't gonna wait. We leave in the morning, so just finish playing hermit and have your ass at camp by sunup. What in the hell's wrong with you? You don't get to vanish like this. I don't care how many booby traps you hide behind, Coral. We're still here. He's your kid, not mine. So you better get your shit together and come find us when you're done with this idiocy. Я, может, не по порядку слушаю. You figured out something a long time ago, and I'm just learning it now. Just wasn't fair, Coral. Not for this kid. Yeah. Sure thing, kiddo. I'm hungry too. And there's nothing for us here. Let's go. Ничего не понял, если честно. Вот для чего? Так, надо поспать-то до утра и идти. Чтобы у меня проходила радиация. Так, это надо 12, это будет 13, 14, 15. Сколько там часов хватит? Сейчас посмотрим. Компьютер, предосторожности, всякие эти холотейпы и... К чему все это ведет-то? 6, это еще рано. Да, красотка, еще один день со мной. Вот это, может, ценная вещь, а? Магнит этот. А может и нет. Так, это я разминировал, нет? О, это... А, он и долбанул по мне этот миссайл лайн, но он уже не важен. Так, радиация продолжается, выхожу отсюда. Тут даже радиация продолжается, ничего себе. Остановилась. Так, продолжу идти по этой дороге. А там что-то видел? А вон какой-то значок. Дойду туда, посмотрю, что там. У меня, правда, здоровье половина съедено радиацией. Когда там солнце начинает лечить ее? Или уже начало? Уже, наверное, начало. Что здесь? Грузовик, нагруженный бочками. Ох, там Mass Fusion Disposal Site. Ох, там, наверное, радиация вообще бешеная просто. Ну-ка. Если это радиоактивные бочки, это все тогда. Так, супермутант. Супермутант обычный. Так.
Так, ну что тут у нас интересного? Ничего особенного. Несколько супермутантов. Радиация у меня уже прошла, здоровье еще не восстановилось. Где ты, чудик-то? Застрял, не могу идти сюда. Только спрыгнуть могу. Так, что у тебя? Ничего интересного. Что в сундучке? Гамма-раунд, джет. Ничего интересного. Это что? Так, тоже ничего интересного. Это стимпак. Угу. Такое место непонятное. Или может оно понятное, если по квесту. Так, дальше что? Вот там я тоже не был, да? На той стороне. У меня там виднеются здания, но физически я там никогда не был. Можно переплыть и посмотреть. Тоже занести их на карту. Только я быстро поплыву. С ускорением. Зверьки. Не агрессивные, что ли? Агрессивные? Чё ж не агрессивные? Но легкие. Брокен контакт, так брокен, плевать, пойдем. Что здесь? Так, очередная заправка. Тут нельзя сделать базу-то для проживания. Во всяком случае, Arma Station вот стоит, Power Arma. Не живут здесь люди-то? Так, ну-ка дом этот отметить. Natick Banks. Хм. Тут много домов. Police Station, Police Depot Department. Так, озеро. Наверное, на той стороне, да. Туда не полезу сейчас. Здесь что еще? Так, вот тут, наверное, рейдеры какие-то. Похоже, вот рейдеровские все вот эти штучки. Да что тут все замерло? А, нет. Стоп, а вы кто? А, ну вы же бразыхудовцы. Че я спрашиваю, кто вы? Да, а здесь супермутанты. Здесь живут супермутанты. А там вообще Девкло. Ну чё, заходи. Я уж Дефклота завалил. Что там опять разбился? Опять ваш винтокрыл разбился.
по которому даже никто не стрелял. А нет, это машина взорвалась. Дефкло. Антикс. Бывший магазин. Так, пройдемся. Где мы сейчас находимся-то? Вот на этом, да, берегу, где еще до этого не было у меня отмечено ничего. Ну, отмечу еще. Так, а здесь что? О, я говорю, потому что тут вот нужен кор. Поэтому и о. Тут точно рейдеры. Ну и Наташа там уже долбит их вовсю. О, а тут еще и Пау Арма. Стырить ее, что ли? Хотя как ее стырят? Какая, кстати? Даже не написано. И я еще приближаюсь к следующему уровню. Собственно, это одна из причин, почему я решился пройти, просто понабрать XP. А как к тебе подняться можно? По этой можно подняться? Не, по этой нельзя, наверное. Ну, из дома, наверное, можно как-нибудь. Да, вон по лестнице можно. Смотри, о, левел ап, отлично. И я опять возьму силу. Наверное, да. Тем более, у меня осталось еще вот. Девятая сила. Сейчас проверю свою статистику. Как у меня палочка бьет-то теперь? Палочка бьет еще лучше. 117, это же, в принципе, совсем хорошо. А носить я могу 340. Ну, тоже подрастает. Так, он меня зацепил. И я сейчас хожу вон раненый. Где ты? Девка, что ли? Это девка. Такая, ну, девка, мягко выражаюсь. Миссал ланчер. Вот хорошие, дорогие. Ну, это так. И вот тут внизу еще кто-то высказывает недовольство. Не вижу где. Вот точка, точка. Вот, 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 вот. Ну-ка, я палочку давно не тестировал свою. Она же должна получше стать. Ну, это из крепеньких, это ветеран. Он, ну, не... О, 259, батенький мой. Да ты что? Да, это из крепеньких. Взять, не знаю даже. Так, а в сундучке-то что? Он уже вставать не хочет, как и предыдущая Наташа. А? Что это? Любовь, так сказать. Всепомогающее делает. Здесь что? Гул. Где-то два гула.
what causes the deterioration of his skin condition? Посейдон резервуар. Стоп. Посейдон, это же вот я там. Здесь Посейдон резервуар, а было я где там было два. Посейдон Энерджи. Это одна и та же компания. Здесь был журнал и этот Bubblehead. Someone is nearby. Да, даже не один тут не ебает этот. Не ебаев, как дерьма, пардон. Ой, извини, если я тебя задел. Не ебаю сейчас. Замоченный все. Так, что тут у нас еще? Где мы? Угу, вот я нанес на карту, вот начиная отсюда, так, ну вот теперь пройду сюда. Я думаю, если меня пошлют по квесту, я туда зайду, а сейчас не пойду, наверное, вот этот Посейдон. Есть на карте он, ну и ладно. Так, что тут? Как ты впереди меня оказался? Что тут? О, да тут там у них целое поселенице, а? А как можно подняться к их поселенницу? Что тут здесь за... О, тут все друг друга мочат, все против. Каждый против каждого. Раз Дэвил он, конечно, замочил. Так, ну мне надо перекладывать уже этой. Ну-ка, возьми что-нибудь. Сейчас я дограблю этих и тебе что-нибудь отдам. Где ты? Почему не перегружен? А вот сейчас уже перегружен. Последнего оберу и... Ну, ничего интересного-то и нет. Ну-ка. Стоять. Так, возьми что-нибудь. У меня два миссайл ланчера на дыбл. Ну, пока все. Так, я это место еще на карту не занес. Хорошо, а как подняться на самых Mass Pike Interchange? Как подняться на самый верх-то? Так, что тут у тебя? Fusion Cell, Laser Pistol, Steam Pack, как все традиционные, но так это он же и есть. Dangerous. Combat is quite vigorous exercise. Так, ну ганнеры здесь, да, я понял, ганнеры. There is something nearby. Identity unknown. О, вон там сколько точек-то, но они все наверху. Да, мне как пофигу, что ты делаешь. Ну да, стреляй. Не, ну есть эффект определенный, да. Но немного.
Так, как туда подожна люлька какая-нибудь быть? Что мне надо на самый верх в таком случае. Там, наверное, самое интересное-то. То есть вот мост. На этот мост я могу, который под ним пройти. Так вот раз подняться, да? И разбился, дурачок, блин. В меня стрелял и увлекся. Забыл, как дышать, и умер, короче. Так. Смешные такие. Так, 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 так. Опять меня стреляют откуда-то. Ну вы лучше скажите, как вы туда вообще забираетесь? Ну отсюда еще можно пройти, да. Может еще дальше там? Красиво, кстати. Ну-ка я сделаю скриншот. Маспайк там, как его называют. Так, люльку я не пропустил какую-нибудь справа, слева. Я не вижу. Интересно. Возможно, вот там можно подняться, но это как далеко-то. Неужели прям весь путь надо идти? А это еще что такое? Легендарная крыса, короче. Легендарная крыса, мать крыс. Но, видимо, недостаточно легендарная. Этот мясо их, в принципе, не нужно совершенно. Ну да, это дорогая вещь. Это дорогая вещь. Вот мост этот все большой, вот он продолжается. Вон он куда идет, в середину. Во-во-во, я сейчас туда сбегаю. Так, а здесь что, я был здесь? Здесь я был. Так, только не говорите мне, что туда вообще никак нельзя попасть. Не, можно как-то, да, надо только на этот сначала. А на этот как? А на этот как попасть? Тоже не видно. Ой, все запутано у вас. С этого можно. А на этот как попасть? С этого можно. До бесконечности что будет идти. Все дальше и дальше. Там тоже люди какие-то. Вот там можно. Вон дальше. Наверное. Или нет. Или нет. Опять же, отсюда можно спрыгнуть сюда. А здесь вот можно, по-моему, и залезть. Неужели наконец-то? Да, вот здесь можно и залезть. Так, засейвлюсь. Я столько шел. Что-то меня это просто вопрос озадачил. Да. Сейчас пойдем назад опять эти все 8 километров. Ну вот здесь все спокойно, можно идти, да. Мистер Хэнди. Ну эти валятся вообще легко. Мутировал, что ли? Яростный тоже какой-то там.
О, да вас там много. Гранаты кидаются. Гранатами не по чесноку кидаться, они больнючие. Так, что у тебя? Обычно у этих раздевилов ни черта нету, вся их броня, барахло. Ну, в принципе, дорогой, больше, чем 10, значительно. Так, ты робот. Ну, непонятно, зачем это нужно. Акробат. Хорошая вещь, конечно, если бы у меня было на хорошую броню, если бы это можно было нанести зачарование. Но, конечно, на какое-то кожаное говно это не стоит того. Так. Красотка-то подтянулась, нет, кстати? Не подтянулась совсем. Джанки. Наркоша. Чё он тут делает-то? Вернее, делал. Муху-то за что? О, тут как все. А ну-ка. Есть. Так, засейвлю здесь. Ну, теперь Наташа никогда не догонит. Но сейчас мы этим удивленным рейдерам покажем, почем фунт изюма-то. Они же, наверное, не думали, что я к ним могу зайти с тыла. А на мосту вообще, на удивление, пусто. Такой рейдеровское место, по идее, должно быть их просто тонны тут этой мрази, а никого и нет. Автобус красивый. Чё я не двигаюсь так? О, можно поспать, кстати. 4 пм, а нам лучше АМ, а для этого надо 12, 14. Ах, пофигу. Надеюсь, красотка подтянется, пока я сплю. Чтоб с солнышком идти. Стрелять в темноте это так себе удовольствие. Нет, кстати, не подтянулся. Я все еще один здесь. Вот зараза, а. Бросила меня. В принципе, не уйди тут в Fallout'е. Столько парней классных. Один Ник Валентайн что стоит. Так, это куда? Вот если бы я пошел сюда, то куда? Это меня бы привело бы. А никуда, вон, к концу и все. А здесь люлька есть, а, которую я не заметил, да? Вон она внизу, черт, я ее не заметил. А ведь искал. Ну да, это уже и прям недалеко от рейдеров, собственно. Весь этот путь был лишним на самом деле. Ну чё, ребят? Нормально все? Все хорошо, надеюсь. Заметили меня. Молодцы, чё, хвалю. Хорошее ружье я себе сделал. И вот скиллзы все эти прокачал, плюс 100%. Плюс там игнорирование чего-то там. Фиг знает, чего я там игнорирование. Барани там какой-нибудь. Ну, во всяком случае, результат на лице. Валит просто, будь здоров, народ. Без всяких трудностей.
Так, ну если здесь не будет какой-нибудь статуэтки или журнальчика там, то я ничего не сделаю, естественно, тоже. А что я могу сделать? Я огорчусь и поплачу. Вот что я сделаю. Лазер пистол брать, что ли? Уже задолбал его продавать все это. Но он это гораздо дороже стоит. Так, ну что тут у вас? Это что такое? А, Доктакс. Так, тейп. Ух ты, ё-моё. Это да, лазерный хорёк опасный очень. Ассалтрон. Ну да, был бы, если бы у меня не было этой суперпушки и супер-брони. А так... Умер вообще без вопросов. Как пустое место. Там кто? Командер, командер, вот командер. Может, у командера хоть что-нибудь есть там, какая-нибудь пушка там интересная. О, я еще не всех убил. Ну, не всех убил, это несколько секунд назад. Сейчас уже похоже, что всех. Что здесь? Деньги. Что у тебя есть? Гранаты. Ну, это мне не нужно совершенно. Так. Ну, я не знаю. Ничего не весит, конечно, можно взять. А Т-60 это... Сильная, что ли, броня или что? Может, это как раз круто, а я дурак не беру. Надо, кстати, в хелпе поинтересоваться. Что-то я этой... А, опять... О, ну, конечно. Гранак за барбариан, ну. Ну, это мне не надо. Нет, мне не надо. А кроме гранат-то есть что-нибудь у вас? Так, как насчет пройти на ту сторону? Запросто вообще. Так, это тоже куда-нибудь там. Так, кстати, они стреляли в меня, я там был. Ух ты. Ух ты, ах ты. Ух ты. Сейф. Ага. Куда это мост идет? Неужели это все просто так? Неужели это все просто так? Стреляли они в меня, когда я тут был. На этом, что ли, мосту, да? Ну, в смысле, я на нем не был, но... Можно было сюда залезть. Я ходил вот так вокруг, и там, по-моему, эти... Рейдеры, тут где-то робот. Что-то я не очень помню. Так, ну назад. Пройдемся еще дальше. А наверх-то как еще можно залезть наверх? И надо ли вообще?
можно? А есть тут что-нибудь? Да вроде ничего и нет. Ну-ка, сейф. Ой, ёлки-палки, лоуд. Не туда прыгнул. Надо... Так, уберу ружье. Вот так. Ну-ка. О, все хорошо. Сейф еще раз. Ой, я туда хочу, вот где вот эти вот их. Туры вот эти вот. Генераторы электричества. Что это такое? Да, ну, красота вообще. Ой, а вот это скриншот сделал, вот этот вот. Да. Красиво. А помимо того, что красиво, тут что-нибудь такое практичное это есть или. Ни соперников, ничего. Ха. Не даже зале. А ну-ка. Что-нибудь включить можно, выключить? Нет, тоже нельзя. Да, ну красота вообще, конечно, офигительно. Ух ты. Здорово. Класс. А еще в разные стороны. Вообще навью. Дизайнеры у него Bethesda. Просто. Прямо сюда есть люлька. А вызов-то сюда. Нет, сюда. Ха-ха-ха. В... Снизу только. Но я мог прямо сюда подняться. Как я ее не заметил-то? Так, сейф. Побежали, побежали. Побежали, побежали. Побежали, побежали. Побежали, побежали. Not this time. Так, это я возвращаюсь. В принципе, да. Маспайк интерчейндж, вот откуда пришел этот хоббиист клаб, это где там все в радиации, что ли, было. Ну, а так как я туда не хочу возвращаться, в общем, я считаю это место исследованным, этот сюжет законченным, и все, конец записи.